Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вы на канале «Готовим с Людмилой» и не только. Друзья, сегодня будем готовить вот такое вкусное блюдо. Посмотрите уже, сколько его съели. Он только чуть-чуть подостыл. И если вы хотите его готовить, оставайтесь со мной. А нам сегодня понадобится картошка. Грибы у меня маслята замороженные, они уже отошли. Фарш тоже замороженный отходит, уже мягенький делается. Также нужны специи, зеленые травки и сыр. Мы берем картошку, разрезаем ее и будем ее варить до готовности. А в это время, пока картошка варится, мы будем обжаривать грибочки. Добавляем масло сливочного. А также перчика для аромата. Черный молотый. Чтобы картошка получилась очень вкусная. Паприка подкопченая. И картошечки цвет будет другой. Будет очень приятный и красивый. Небольшой пучок петрушки мы его порежем, чтобы он у нас в картошечке дал аромат хороший. Все это в картошечку. Мы потрем сыр. Добавляем немного соли, хотя я когда варила, добавляла, но мало мне, я попробовала. Все, картошка наша готова. Сейчас мы будем готовить фарш. Грибы тоже готовы. Готовим фарш. Мясо у меня свинина с говядиной. Уже все растаяло из морозилки. Я натерла сюда лука. Запускаем лук. Фарш будет простой, обыкновенный. Черный молотый перец, без него никак, мы любим очень много и вкусно, хорошо. И соль, все делается по вашему вкусу, по вашему желанию. И разобьем одно яйцо. Вымешиваем фарш. У меня лаваш приготовлен. Что мы с ним будем делать? Открываем. Смазываем его сливочным маслом. И второй лаваш помещаем сверху. Этот второй лаваш мы выкладываем наш фарш. Равномерно. На мясо выкладываем картошку. Руки нужно или смочить маслом, или водой, чтобы картошка хорошо не прилипала к рукам. И мы все это укладываем. Все равномерно распределяем. Сверху на картошку выкладываем наши грибы, которые мы поджарили с лучком на сливочном масле.
А теперь нам нужно очень аккуратно все свернуть в рулетик. При помощи коврика, он мне помогает, я выкладываю все на противень. Получился у нас вот такой пирог. И я его при помощи вот этого коврика, выручалочки, он у меня уже такой весь запекся в духовочке. Но я думаю, он очень хорошо мне помогает. Я на него выкладываю все продукты, когда запекаю, и очень удобно доставать. Ну, давайте разрежем, посмотрим, что у нас внутри получилось. Хрустящая корочка, тоненькая, посмотрите какая. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Горячее все. Надо, чтобы немножко остыл. Получается вот такая вкуснятина. Вы видите, что фарш находится сверху, в середине. Дальше пошла картошка, пюре и грибочки. Очень вкусная начинка. Очень. Пропиталась вся вот эта корочка, вся пропиталась фаршем, ароматом его. Как вкусно. Ой, классно. Здесь и грибочки. Картошечка и фаршик. Все идеально сочетается. Очень вкусно, очень хорошо. Посмотрите, какая красота. Так что готовьте. Можно было его немножко по-другому сделать, но я захотела так. Заходите, делайте, как я, делайте лучше меня, комментируйте. Я всем рада.